Здесь масса, в принципе, все работают с мячками теннисными, это все делают. Ну, где-то что-то я видел, где-то что-то мне показывали, где-то что-то сам придумал. Но очень интересная работа с мячом. Она особенно мне нравится это вот на резиночке. Пам. Это такая получается вот координационно-зрительно-мышечная реакция. Просто рекомендую. Ну а простая работа с мячом, все ее знают, все хорошо, но опять-таки, поймай, пожалуйста. Но опять-таки, также работая с мячиком отрабатывается как группировка корпуса плечевого отдела, так и проявление расслаблено, не расслаблено твоя стойка, можешь ты сделать ударные действия, работая с мячом. То есть очень большая координационная работа. Смысловая нагрузка в чем, друзья? Что опять? Стоя просто прямо, ну, мячик у вас он куда-то, где-то, вы его вот такое движение, то есть локтевое делаете. С мячом фактически делается то же самое действие, как и с баскетбольным мячом. То есть я не бью по мячу тяжелый мяч баскетбольный, я его проталкиваю, я вкручиваю его. Вот оно, чисто боксерское движение плечевым корпусом. Плюс я опустил плечики, у меня плечи над мячом. Мячик, мячом ударил, оп, рука после мяча идет на подбородок. Варианты работы с мячом присутствуют какие? Передвижения, да? Что просто я хожу фронтально, пошел вперед, назад, хожу влево, вправо. Что еще? О, приставным шагом работаю с мячиком. Приставным шагом удобно что? Отрабатывать смену направления с мячом, опять-таки, да? Вы вокруг мяча делаете движение. То есть делать можно, смотрите, одно движение мяча. Раз, два. Оп, сюда. Раз, два. Раз, оп. Резкая смена направления мяча. Там, там, оп, пошло сюда. Раз, оп, сюда, выход. То есть смена мяча за одно движение. Раз, два. Оп, мячик. Раз, 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 два. О, получилось у самого. Отлично. Вот. Плюс какая? Челночная работа, да, с мячиком. В челноке, оп, работаю рукой, пам. Наношу ударные действия, при этом работаю удары наношу. И что еще? А, ну сюда же добавляется что? Работа с мячом и ударные движения. Там ударил, так, так, ударил здесь. То есть здесь важный момент. Я не быстрее бью по мячом, по мячу. Я за то же движение, с той же скоростью, просто успеваю нанести. Оп, ударил. Ударил, ударил. Ударил, два удара нанес. Пам, ударил здесь. И отрабатываю опять-таки. Эта группировка, координация, группировка позволяет мне легко, свободно работать с мячом, нарабатывая стойку, нарабатывая передвижение, нарабатывая именно положение корпуса. И, конечно, здесь отрабатывается зрительно и мышечная реакция. Все, поехали.